18 молодых семей Иваново смогут улучшить свои жилищные условия в 2017 году. Денежное свидетельство вручил мэр Владимир Шарыпов. Все получатели – многодетные семьи. Социальную выплату можно использовать на покупку уже готового жилья или строительство собственного дома. Средняя сумма сертификата на семью из 5 человек составляет порядка 950 тысяч рублей. Поддержка осуществляется в рамках федеральной программы «Жилище» на условиях обязательного софинансирования региона и муниципалитета. На сегодняшний день в очереди 525 участников. Семья Хабаровых к полученной сумме планирует добавить материнский капитал и купить двухкомнатную квартиру. Конечно, мы думали, что будем ждать дольше, но 2,5 года прошло, и вот такой радостной вестью нас, так сказать, оповестили. Вот. Собираемся потратить, так как у нас собственного жилья нет, мы живем с родителями, собираемся потратить, конечно же, на приобретение квартиры для того, чтобы нам было где всем вместе поместиться.